Ребят, я заметила, что до сих пор многие из вас путаются при работе с корнями. Давайте посмотрим просто несколько случаев с ними. Если вы встречаете в задаче, например, корень из 3 умножить на корень из 2, нет проблем, корни можно умножать, у вас получится корень из 6. То же самое с делением. Например, корень из 10 разделить на корень из 2, доделите вы, это будет корень из 5. Если вдруг у вас будет какой-то смешанный случай, например, 2 корень 3 умножить на 4 корень 5. Здесь принцип какой? Числа с числами, корни с корнями. 4 умножается на 2 будет 8, 3 умножается на 5 будет корень из 15. Если будет какое-то еще и число, вы просто умножаете число с числом, а корень остается сам по себе. Это то, что касается умножения и деления. Числа с числами, корни с корнями умножать можно.